Всем добрый день суток. Ну что, сегодня день операции. Что, поедем? Лежит как король. Все, тушим. Тушим свет, завяли помидоры. Каюр. Ну надо, надо. На антибиотик. Тебе, конечно, стало лучше. Хорошо стало. Вот уже звонят, беспокоятся. Все переживают за тебя. Поедем сейчас. Ну надо, надо. Конечно, повеселее стал, поел он. Все такое вот прям стал. Поактивнее, играться пытался. Вот, ну кормить вчера последний раз его вечером кормил. Он чуть-чуть похлебал куриный бульон. И этот как его. И вкусняшки такие сухие. Я ему дал этот засушенный, либо это гортань. Либо что-то такое, либо легкое сушеное такое, знаете, для собак. Вкусняшки темные такие. Вот. Их делают там, привезли. Приезжал человек, угостил. Вот, а сейчас покажу. Что я буду. Вот, вот такие вот. Видите, как на решетке квадратики остались. Их подсушивают где-то на противнях. Не, каюр, я тебе давать не буду. Вот они грызут с удовольствием. Немножко осталось. Да. Все, поедем. Сейчас в ЦРБ заедем. И грибы сделал в духовке. Мамане отвезем завтра грибы. Сейчас этот. Видите какой? Ну, уже немножко противень. Стеклянный в духовке. Сыр сверху, грибы, курочка чуть-чуть, курочка и все. И обжарено, все сделано и запечено. Ну, потому что были на охоте и грибов собрали. Там же, где я в первый раз собрал целый пакет, да? Ну что ты, мужчина, поим, постреляем? Пойдем, каюр. Пойдем. Пойдем гулять. Пойдем. Хвостом гулять. Пойдем. Ну тебе. Да, ну шею бережет сильно. Пойдем. Пойдем. И я буду одеваться. Пойдем, пойдем. Давай. О, чуть-чуть. Холодат, да? Ой, с капустой беда, беда. Это правильно. Я тут тоже чуть-чуть по чуть пилю, буду делать наличники. Вот они, грибы-то. Вот они, опятки. О, подрастали. Ну что ты, друг мой сердешный, голову повесил. Сейчас поедем. Грибы там, грибы, грибы. Иди садись, иди. Иди, я буду заводить машину. Давай, молодца. Все, пожелайте нам, как говорится, я хочу врачам пожелать тоже, чтобы все прошло успешно и хорошо, и быстро, и безболезненно. Ну, безболезненно, понятно. Так, 0 градусов, без 28. Ну все, к 10 нас ждут. За каюру сильно переживаю, конечно, сонная артерия и все такое. Щенков я занес. Ну все, зима наступает, Юрка голый начинает ходить. Не, ну я в штанах хотя бы. Щенков занес я в будку, переместил их сам. Вон еще рассвета даже нет. Хочешь гулять, иди. И назад. Иди погуляй, иди. Трихтуны. Все, вычистила там. Бел, иди. Бел, иди погуляй. Все нормально. Иди погуляй. Выходит вот первый день. Гоняй. Первый день. Осталось вот дрова мне.
с домом заниматься. Он в туалет хоть сходит. Поел вчера первый день. Замучился разогревать. Ну, подогревать, и морозы были. Застывает. О, по-большому сходил, молодец. А ты похвалиться хочешь, Кась? А, Злат, ёкарный бабой. Прости, систер, охотничий мой брат. Давай, иди. Думаю, что-то не бегает никто. Мне вот она хвалится копытом. Чес, дай мне. Чес. Чеза. Злат, нет. Нет, мы не на охоту едем. Нет. Злата. Тебе все делают, родословную делают. Ты у меня должна вот все, перезвонили. 72-е, испытая состязание. Смотрите, сама. Научишь сейчас открывать. Так, она вчера открыла. Тихо. Тихо, вот. Откройте мне. Откройте. А поесть тык домой к щенкам. Так, покушать. Так. Молодец. Аппетит есть. Там и колбаска, и все там. И пищат она, и творог подобрать. Ага. Не творог подобрать. Крихтуны крупные, такие статные, хорошие щенки. Ну, что, их 5. Правильно кто-то подметил. 5 лет, 5 щенков. Ну, стандартное, как бы, число. 5 для лайки. Хорошее число. 5, 6, 7. Вот. Если была бы контрольная вязка, было бы на 1-2 щенка больше. Вот, аж так, что я сейчас каблуки одеваю, грибочки маме закину, ЦРБИ. Здороваешься со мной? Чеза. С копытом. Чеза. Чума. Чеза. О, и поваляться об это, как опадаль. Так что вот, щенкам не холодно, щенки, шерстка хорошая, и этот, все у них. Выбила там, опять вычистила в будке, я их убрал. Она хотела поначалу вынести, а потом нет, оставила. Я с ней возился вчера, и как бы это, и все. Осталось в будке. Выбила им там чистое место, полы. Подстилки найн, нельзя, харам. Короче, кто переживает, могу сразу сказать, не переживайте, это лайки. Для них это смертельно опасно. Подстилки, пледы, коврики и все остальное. Все выкидывают. Собака, если ты постелить, она сама все выкинет. Вот. Все ходят в туалет, все намокает, все очень может плачевно кончиться. Заболеть и умереть щенки могут. От этого мокрого всяких одеял и все остальное. Солому сена тоже нельзя. То есть повреждения могут соломина или может крепкая попасть, залезть, проткнуть что-то, пузо, глаз, любые тонкие, он сейчас шкурка тоненькая, пузико, все нежное. И поэтому нет. И как бы вот так вот. То есть это все тоже против. Мамка согревает. Все, на улице 0, а не минус 40. Поэтому сопли, слюни подбираем. И живем нормальной, лаечной жизнью. Относимся к этому как к обычному, простому диванному щенению. У вас на диванчике, а у меня в трамвайчике. Вон там, загороженном. Ну, то есть в вольерчике. Ну, вот и все. Мы немножко другие. Мы более суровые, надежные. Надежная порода, которая... Она специально, эта порода, выведена для суровых, сильных таких условий, чтобы с ней проживать в трудных условиях, суровых. Порода для этого и создана. Вот. А сопли можно это...
хвосты крутить диванные, я думаю, что с другими породами. Пекинесики там. Те же самые гладкошерстные собаки, бойцовые собаки, доберманы, лабрадоры. Вот и какие там еще, ротвейлеры. Вот эти вот диваны, где могут подзамерзнуть, хвосты поджать при минус 15. А мы можем в снегу, мы в снегу валяемся, кто смотрел мои ролики, они радуются снегу. Они пытаются в снегу больше быть. Вот. Для нас лето убийственно, а вот мы ждем всегда зиму. Вот, чтобы собакам легче было. Они ждут этого снега, для них это ихняя стихия. Снег. Для нас лето, да, тяжеловато, но переносят любые погодные условия. Так, лодка помыта, ее скоро убирать. Надо убрать и морозильный ларь. Тоже скоро еще все уберется. О. Ладно, похвалюсь чуть-чуть. Зеленые щи. Злат, ты не поедешь. Поддержка. Группа поддержки. Все, молодец. Да? Сейчас я выйду и пойдем. Я поехал. Все, время. Алискапут нам впритык. Начинает. Все, давайте пожелаем кайдюрчику всего хорошего. По поводу слова удачи хочу еще сказать. Вы заметили, что ваши комментарии пишут, многие, конечно, хорошие комментарии, но в конце пишут удачи, и ваш комментарий не проходит через фильтра. Не старайтесь, не пишите слово удачи. Удача не подходит к нашей жизни. Мы не играем. Я понимаю, что это положительный комментарий. И слово удачи — это положительный, желает удачи. Но не в нашем жизненном случае и в нашей жизни. Мы не играем ни в лото, ни в игры, ни во что-то либо. То есть нам удача здесь не нужна. Тут надо по-другому все выражать, как выражают успешность и все остальное. Дай Бог. Только лоб не расшибите, а то вам дай добро, вы и лоб расшибете. Как это, знаете, скажи дураку, разреши дураку креститься, он и лоб расшибет, да? Вот, нет, все должно быть в меру. И естественно, вот. А удача — это, не знаю, просто люди привыкли. Я ничего не хочу сказать, хорошее слово, но оно не катит. Вы значение забейте, загуглите и посмотрите, что такое значение удачи. И все поймете сами, чего вы желаете. Она к нам не подходит. Спасибо за понимание, да? Все, пойду, много лирики. Всем пока. Спасибо за поддержку, кто помнит о собаках, о каюре. Большого стоит. Все.